последние 100 лет фитнес стал настоящей массовой культурой. Мы словно вернулись в античные времена, когда рельефное тело считалось визитной карточкой каждого уважающего себя человека, будь то философ или земледелец. Но не каждый новичок знает, с чего начинать свой путь. Уберечь от ошибок, травм и бесцельно потраченного времени поможет персональный наставник, который вовремя подскажет, как выполнить то или иное упражнение. Техники, как правило, ни у кого нету. Да, можно посмотреть видео на YouTube, еще что-то, но ощутить собственным телом это невозможно. То есть видео не передаст вам ощущения. Поэтому тут тренер, конечно, придет вам на помощь. Он точно знает биомеханику выполнения того или иного упражнения. А правильно сделанный подход – приятный бонус к здоровью суставов и связок. Стираются они быстро и навсегда, поэтому неправильная оценка своих сил или одно неверное движение может привести к серьезным травмам. Это правильно подобранная нагрузка, правильно подобранное отяжеление, с которым вы будете выполнять то или иное упражнение. Ну и, конечно же, самый главный плюс, наверное, это комплекс упражнений, который будет подходить именно вам и для того, чтобы вы достигли конкретной цели. Приглашаю всех на персональные тренировки в Центр фитнеса и танца «Альпы». Такой свод упражнений составляется с учетом ваших ограничений по здоровью и предпочтениях. Можно, конечно, ограничиться видео с YouTube, но вы уверены, что человек из ролика сделал все правильно.